привет, друзья! Сегодня делаю сладенькие булочки, полуоткрытые, с вишневой начинкой. Тесто я разделила. Тесто у меня сегодня готовое, дрожжевое, магазинное. Ничего особенного. Такое тесто легко можете сделать сами. У меня много есть рецептов. Универсальное дрожжевое тесто. Начинку я использую, которую уже показывала. Мы с вами ее тестировали в прошлом видео. Это начинка готовая, термостабильная для выпечки. Вишневая. Итак, кладем на серединку, чуть ближе к одному краю. Делаю вот здесь прорез. Это чтобы начинка у меня была полуоткрытая булочка. И вот таким образом заклеиваем плотненько. Дальше оставшуюся сторону прорезаем не до конца. И вот таким образом заворачиваем. Все, краешки скрепляем. И я делаю обычно вот эти краешки, подворачиваю под низ. Вот так булочка у нас готова. Отправляем ее на силиконовый противень. Повторяем. Раскатали. Такой полуовал, можно сказать. Положили начинку чуть-чуть ближе к себе. Сделали прорезь вот здесь, накрыли, краешек закрепили, прорезали оставшуюся часть не до конца, укрываем. Мне удобно вот брать пластиковым ножом, и все краешки подвернули под низ. Все, отправляем булочку на противень. Ну вот, булочки наши налеплены. Оставляем их подходить минут на 20-30. Булочки мои подошли. Я их смазала яйцом, взбитым со сметанкой, посыпала кунжутом и отправляем в духовку на 180 градусов на 25 минут. Вот такой скоростной вариант булочек. Когда нет времени месить тесто, берем готовое тесто. Нет времени делать начинки. Берем готовую начинку и получаем. Все-таки получаем булочки к чаю. Наши пирожки готовы. А вот и они. Так, ну что, можно сказать. Начинка вот в одном месте у меня только лопнула чуть-чуть. Один пирожок. А так, все в порядке. Так что, вот такой скоростной вариант. Открытые пирожки. То есть, за счет этого было куда стравливаться давлению жидкости. Вот. Они не полопались снизу. Вот этот один. Ну, видимо, я его просто прорезала, когда делала. А так, все в порядке. Тут вот немножко даже, когда подходила, видимо, тесто лопнуло. Вот такие пирожки. Вот такие вот пирожочки. Вот. Готовьте, кому понравилось. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо, что были со мной. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Я всегда очень рада новым и старым друзьям. Мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.